Здравствуйте, в эфире астрологический прогноз. На лунном календаре 29-й лунный день. Луна убывает и переходит в знак Тельца. Сегодня даже мысленно нельзя строить никаких планов, тем более нельзя начинать ничего нового. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошее. Солнце находится в знаке Тельца и пробудет там до 21 мая. Итак, Тельцам звезды советуют побыть сегодня фаталистами, соблюдать посты воздержания, тогда удачный день будет гарантирован. Для улучшения самочувствия нужно беречь голову, не переутомлять глаза. Хорошо уйти от суеты, отказаться от всего лишнего и ненужного. В личной жизни избегать конфликтных ситуаций, воздержаться от близости. Сегодня возможны ситуации, когда могут навалиться лишние обязанности. Будьте спокойны и держите свои эмоции под контролем. У близнецов день будет полон суеты и хлопот. Возможны приятные изменения. Звезды поддержат самых трудолюбивых и терпеливых. Относительно здоровья совет звезд – не переутомляйтесь. Сочетайте работу с отдыхом. Медитативные занятия, дыхательная гимнастика помогут избежать головных болей. В общении с партнерами старайтесь не доминировать и ко всем сложным вопросам дня отнеситесь философски. Высока вероятность получить хорошие новости по поводу ранее принятых решений. Раки сегодня будут не только чувствительны, но и прорицательны. Показатели здоровья в порядке, но вот над эмоциями придется поработать. Сохраняйте спокойствие и избегайте спорных тем бесед. Интуиция у вас сегодня обострена, можете почувствовать, где ваш человек, а где чужой. Вполне можете применить это качество и в делах, спрогнозировать результаты деятельности и финансовой отчетности. Удачный день у львов, день хорош для благотворительной деятельности. Относительно здоровья, будьте осторожны во время выполнения сложных физических упражнений. На беговой дорожке умерьте свою нагрузку. В личной жизни важно обсудить текущие дела и свои потребности с любимым человеком. В делах без изменений, но интуиция вас сегодня не подведет, можете ей смело доверять. У Дев сегодня проявится организаторский талант, немного напряженный день, но вечер приятно удивит. Самочувствие будет изменчивым, а память может подводить, поэтому все запланированные дела записывайте в блокнот. Включите в рацион гранаты, зелень и морепродукты. Новые знакомства сегодня не предвидится. Уделите больше внимания младшим членам семьи. В финансовом плане возможно получение гонорара за ранее выполненную работу или финансовую помощь. Настроение весов сегодня будет очень изменчивым, поведение непредсказуемым. Звезды просят сохранять спокойствие и заниматься делом. День очень подходит для водных процедур, и если позволяет здоровье, примите 15-минутную теплую ванну, а вечером перед сном контрастный душ. В личной сфере разнообразьте круг ваших интересов с партнерами, посмотрите ваши любимые фильмы или концерты онлайн и поделитесь впечатлениями. В делах ищите креативные решения проблем. Скорпионам звезды прогнозируют плодотворный и весьма интересный день. Что касается здоровья, уделите внимание органам пищеварения, исключите из рациона жирную и соленую пищу, включите авокадо и голубику. Сегодня желательно экономнее тратить энергию. На личном плане без изменений, вечер посвятите общению с семьей и детьми. В делах открываются новые перспективы, совет опытного человека поможет правильно расставить приоритеты. У Стрельцов насыщенный день, звезды просят вас чаще отдыхать, но при этом не забывать и о физических нагрузках. Самочувствие будет изменчивым, не обращайте внимания на сонливое состояние и желание уединиться. Вспоминайте счастливые моменты своей жизни и настройтесь на удачный день. В личных делах стоит прислушаться к своим партнерам, вместе отдыхайте и слушайте любимые мелодии. Воздержитесь от дел, требующих повышенного внимания. Козероги сегодня рискуют влюбиться, звезды не против, но сегодня только платонические отношения. Относительно здоровья, звезды советуют не беспокоиться по пустякам и беречь нервную систему, проводить дыхательную гимнастику и релакс-упражнения перед сном. На личном плане без особых изменений, но новости издалека заставят задуматься
и принять, наконец, важное решение. Финансы быстро распыляются, избегайте конфликтных ситуаций. Водолеи смогут привлечь внимание нужных людей и продвигаться дальше к намеченной цели. Показатели здоровья все в порядке, но старайтесь не злоупотреблять горячительными напитками. Внимание сегодня будет немного рассеянным, поэтому записывайте все важные дела. В области нежных чувств все не так стабильно, но скоро все установится и сомнения развеются. В делах, возможно, потеря контроля. Не стоит за все отвечать единолично. Интуиция рыб сегодня будет особенно обострена. Это поможет обойти все подводные камни данного лунного дня. Усилится не только чувствительность, но и мнительность, поэтому, чтобы сохранить хорошее самочувствие, избавляйтесь от плохих мыслей и сомнительных собеседников. В отношении избранников понадобится железная выдержка. Романтический вечер вполне исправит ситуацию. Это не самый лучший день месяца, поэтому сегодня лучше не выделяться. У Овна в целом удачный день. Личные взаимоотношения выйдут на первый план. Совет звезд относительно здоровья. Умеренно физически нагружайте организм. Еда должна быть легкой и питательной. В личной жизни новые знакомства нежелательны. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями и проведите вечер с ними. Сегодня необходимо проявить скрупулезность и внимательность, воздержаться от откровенных разговоров. Больше дела, меньше слов. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня, а я желаю вам всем удачного дня, побольше хороших новостей, яркого синего неба и крепкого здоровья. We'll be right back.